Выставка «Зимние зарисовки» представлена на 4 стендах, расположенных в сквере «Юность». Свое видение заснеженных городских пейзажей продемонстрировали опытные и юные фотохудожники. Эта фотовыставка не первая о зиме. Была и «Зима в городе», и «Зимние мотивы», и другие выставки. А здесь мы хотели показать, наряду с историческими фотографиями, которые представлены из фондов историко-культурного центра, также фотографии и современные нашего города. Наряду с современными фотографиями на экспозиции представлены ретро-снимки из фонда историко-культурного центра, на которых можно увидеть, каким был зимний город в 50-е, 60-е и 70-е годы. Также выставили несколько своих работ и воспитанники фотокружка «Инициатива». Нашим воспитанникам очень приятно, и родителям в том числе, видеть свои работы на таких стендах, большие красивые работы. Мы делимся впечатлениями, разбираем, что получилось, что не получилось, как сделать, чтобы еще лучше была красота нашего города в разное время года. Я хотела изначально пофотографировать лес. Ну, это была первая идея, потому что снег выпал, лес красиво. У меня фотографии машины. Машина вся в снегу. Софья Королева занимается фотокружки несколько месяцев. Девочка очень увлечена этим видом искусства. На экспозиции представлены две ее фотографии. Мне понравилась подсветка, как это выглядит вообще в принципе. Я решила выбрать именно эти объекты, потому что, опять же, недалеко, опять же, удобно дойти. Это центр нашего города. Возраст ребят от 8 до 15 лет, и в каждой возрастной категории есть свои лучшие работы. Есть те, кто только пришел, и уже их работы представлены здесь. Поэтому каждая работа хороша по-своему. На экспозиции размещены зимние зарисовки и мастеров фотографии Владимира Меньшова и Вячеслава Гаевского. По жизни встречается всегда очень много интересного. И эти фотографии просто из наблюдений я снял в 2010 и 2013 году. И они оставили память о том ледяном дожде, об обледенении города, о большом снеге, как празднуется Новый год. Самое главное, что фотографии начинают заниматься, интересоваться маленькие ребятишки. Это здорово. Я был у них на кружке, разговаривал с ними и вижу, что есть интерес к фотографии, есть интерес, это очень здорово. Фотография развивает вкус, видение природы. Всем участникам фотовыставки на торжественном открытии от историко-культурного центра были вручены почетные грамоты. Экспозиция «Зимние зарисовки» будет работать до 21 февраля. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.